Всем привет! Вы смотрите канал «Деревянный мир», канал, посвященный изготовлению всяких разных полезных изделий из дерева. Это видео у нас будет посвящено шашлычной теме. Все мы с вами любим шашлыки, ездим на шашлыки, дома жарим как-то. И у всех есть что-то для жарки шампуров, для жарки шашлыков. Вот у меня, например, шампура. Шампура у меня вот такие. Ну, и, как правило, у людей они валяются где как попало. Может быть, кто-то и в чехлах держит. Ну, как показывает практика, в основном заворачивает в какую-то тряпочку там, ну, и держит так. Сегодня я хочу сделать подставку для шампуров, именно для таких. Ну, в принципе, она универсальная получится, и можно будет поставить любые шампура на нее. Делать я ее буду резную, симпатичную, надеюсь, получится в итоге. Сделаю я ее сегодня для 4 шампуров. Почему у меня 4 бесхозные лежат? У меня всего их больше, конечно. Ну, вот 4 бесхозные, для них надо что-то определить, какое-то место. Значит, я для себя вырезал вот такой вот шаблончик из фанеры. Это у нас будет будущая подставка. Она будет стоять вот так вот, грубо говоря. И вот сюда будут у нас устанавливаться шампура. Ну, потом в конце увидите, что это получится. Вырезаю я все это на электролобзиковом станке. То же самое, теперь мы это дело переносим на доску и вырезаем из доски точно такие же 2 штучки. Ну, как это назвать? Не знаю, лоза, наверное, пусть будет лоза. Я сделал мое право, как хочу, так и называю. Вырезаем из доски 2 вот такие вот штуки. Так, мы вырезали из доски 2 одинаковые лозы. Вот они у нас получились такие. Края я на фрезерном станке закруглил. Чуть-чуть это можно сделать и наждачкой, в принципе, без разницы. Вырезаю, повторюсь, на электролобзиковом станке все. Будет у нас это вот так вот устанавливаться. И вот на эти вот как раз вот полочки будут укладываться наши шампура будущие. Как это будет, я покажу. Значит, сейчас нам нужно сделать еще основание. Основание я беру просто обычную доску. Вот на эту доску у нас будут устанавливаться. Но эту доску мы еще сделаем красивой. Я думаю, что мы ее сделаем... Хотел я сделать закругленную, но не буду. Буду делать углы вот такие под 45 градусов здесь по краям. Собственно, отмечаем и отмеряем все это дело. Разметили на доске наши углы. Отрезаем лишний материал. Так, отрезали лишний материал. Я немножко еще прошел на рейсмусе, сделал ее чуть-чуть потоньше, доску. Вот такой вот у нас получился непонятный какой-то ромб. Края мы сейчас обработаем вот такой вот фрезой на фрезерном станке. Сделаем края резные. Обрабатываем, смотрим, что у нас в итоге получается. Так, не стал я обрабатывать с той фрезой, подошел к станку и попалась мне на глаза вот такая вот фреза, недавно ее приобрел, решил попробовать ей сделать, в итоге получилась вот такая вот штука, в принципе, довольно-таки симпатично вышла. Сейчас мы ее немножко шлифанем. Так, подшлифовали нашу доску. И теперь сюда мы устанавливаем вот так вот 2 наших вот этих вот лозы, так называемые. Устанавливаем просто, сейчас я здесь просверлю отверстие и на саморезы прикреплю через клей 2 вот эти лозы. Крепим. Вот так вот мы закрепили 2 наши лозы. Вот так вот теперь это выглядит. Просто доска, из которой торчит 2 рога. Тем не менее, нас это устраивает. Ну и смотрим, как теперь сюда лягут наши шампура. Ну, вполне себе достойно. Выглядит симпатично. Можно под любой размер.
Ну, вот такая вот штука на полочке будет выглядеть очень красиво, и будут у вас красиво, аккуратно уложены шампура. Я это дело еще покрою морилкой, лаком, и в уже готовой фотографии выставлю вам в конце видео, посмотрите, что получилось. Вот так вот, в принципе, ничего сложного. При помощи электролобзика и фрезерного станка можно как бы получить, изготовить вот такую вот симпатичную детальку. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много всего интересного, задумок, мыслей много. Буду все стараться воплощать в жизнь и снимать по этому поводу видео. Также не забывайте, я в конце каждого видео уже говорил, что вы можете присылать свои идеи. Если будет интересная идея, я ее изготовлю и автору этой идеи бесплатно абсолютно в подарок вышлю его это изделие. Вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки есть под видео. Пишите свои комментарии, может быть, какие-то замечания. Всем пока!